Семена элитных сортов сосны выращивают в Ключевском районе. Здесь, на лесосеменной плантации, первой в южной зоне Алтайского края, прививают черенки сосны лучших сортов. На месте побывал Дмитрий Бутков. Череночек подставляется к подвою. И производится изоляция, так скажем, и либо закрепление вот этой вот череночка на подвое. Алексей Остапенко, инженер по лесовосстановлению, проводит для нас ликбез. Как правильно сделать прививку сеянцам? В 2000 году на этой площади Ключевского лесничества был крупный пожар. Тогда огонь пришел с Казахстана. Следы гари до сих пор напоминают о больших потерях. С 2013 года здесь создают лесосеменную плантацию. 3 года назад посадили сеянцы сосны на 2 гектарах. Сейчас прививают черенки плюсовых деревьев. Прививка проходит весной, когда начинается сокодвижение. И вот в этот момент как раз производится прививка, чтобы произошло более качественное срастание. В противном случае, ну, просто она не приживется и будет сделана зазря работа. Чтобы грамотно привить, нужно перед этим выбрать привой, а именно черенок самой лучшей сосны. Его отбирают по росту и кроне дерева. Плюсовые деревья по-простому это лучшие деревья в насаждении. Они отбираются, они нормируются, они, на них, на каждое дерево есть паспорт. Это не просто так, это самое. И это, за этим деревом постоянно ведутся наблюдения, его охраняют. Его просто так никто спилить не имеет права. Прививочный процесс плюсового дерева довольно-таки простой, но очень деликатный. На заранее высаженное дерево прививается черенок плюсового дерева. Делаются специальные надрезы, после чего мы его приматываем. И уже через 2 недели специалисты проверят, привился ли черенок к этому дереву. За год было привито более 700 деревьев. Первые семена получат только через 14 лет. Из них и будут выращивать жизнеспособные крепкие насаждения, которые заменят потерянные в пожарах леса. Дмитрий Бытков, Александр Морозов, новости.